Окей, стоп! Я подошел к девочке, погладил ее по голове, говорю, привет, пойдем со мной. Ее прибежала ее мамка и такая, ой, пойдем, пойдем, пойдем нахуй отсюда, он какой-то педофил. Я педофил? Да. А, стой, а по закону? По... В смысле, блядь, вы охуели, что ли? Сейчас модно называть это панкейками. Чего, блядь? Не, панкейки это другое, это более что, толстые. Их сейчас в оладьями втюхивают с плинтиками. Панкейки? Их сейчас втюхивают в любом месте. Да. И называют панкейками, да? То есть блины наши, родненькие блины, они, сука, именно панкейками, блядь, называют. Ёб твою мать, блядь! Андрюх сейчас убежится. Не добили кого-то. Да, извините, ребят. И бим ебало, и, сука, на кукан посадить темпларочку. Давай, койл. И еще Рубика, блядь. Выебать. 17 стиков. Бим. Бим, дайте. Пусть выживет. Алло, блядь, бим. Сука, пидор ебаный. Тощий хуй плет на Силаре. Не жмет кнопки. Плюс 2600. Бля, у меня аж хуй стал. А, нет, нормально. Такой всегда был. Что-нибудь. Мы можем сейчас на краю, да, стоять и просто крокотан шевелить. Где? Ебать, немного сложно. Я не мешаю тебе? Там давайте по типа зверем, 350 за левым. Спасибо. Правым. Ну извини. Пиздух, блин. Нам по неплохое вложение. Они вырушено забрали его. Банный в рот! Здорово, ебать! Ку! Ёпта, блядь! Ну поздоровался, критули. Ты понял, ведь? Критули дал. Он вендал, что ли? Да. Я тоже иду. Игорь, давай. Вот это у вас Сларк. Питбайтик надо, вам надо питбайтик. Сларк может пить, парни. В Латарском или в чем? Да, а не вон он. Говорит, давай куда-нибудь свои. Давай. Говно. А кто на месте? Стой, стой! О боже! Я садил его, блядь, на помещение. Да сейчас выхожу. Блядь, сейчас я жду лампа. Как в реале. Ты когда к девушке приходишь, знаешь, сейчас ждешь еще. Все норм. Так, мы кататься. Давай. Мы на Бали. Давайте. К следующему кругу будьте с нами. Сейчас, смотри, перевернемся. Нравится? Я могу ускориться, блядь. С ветерком. Я могу ускориться. Пощади, пожалуйста, щечки болят, уже смеяться. Ладно, я спать пошел, наберете, когда доиграете. Ебать, отстрел ебла был просто. Бэм! Бля, ну это как... Все, я понял. Короче, по PUBG можно специализацию чела в реале узнать. Вот он сторож. Это чел-охранник, ебать. Ему сказали, ты, мразь, стоишь у этой двери. Обоссывай ее как хочешь, но ты должен защитить. Все, ебать, сторож стоит, дед бухой. Эй, ебать, зашел чел. Атака. Трое или двое. Молодой, ты их слышал? Да. Голову дал одному. Блять, серьезно? Серьезно? Молодой, ты что там с ним делал? Сам факт, я запустил, я допустим сижу на в этом в парке. Стой, я сижу в парке и думаю, сейчас бы выебать эту 11-летнюю девочку. Ну я сижу и дальше нихуя не делаю. Я педофил? Нет, это
перезапустила. Разные вещи, блядь. Ты такой, что посмотрел на иконку? Окей, стоп! Я подошел к девочке, погладил ее по голове, говорю, привет, пойдем со мной. Ее прибежала ее мамка и такая, ой, пойдем, пойдем, пойдем нахуй отсюда, он какой-то педофил. Я педофил? Да. Стой, а по закону? В смысле, блядь, вы охуели, что ли? Я ничего не делал, я не нарушал закон. Я подошел и погладил ее, и что дальше? Ну типа, блядь, все гладят девочек, ну типа, блядь, камон. Так, не девочек, главное, все нормально, под контролем. Ука. Нахуй ты это сделал, блядь? Потому что я могу, блядь. Ой-ой-ой. Тебя прежде запутался на мягкой. Ой-ой-ой. Тихо. Ах, он двигается, блядь, ничего, гений игры. Главное, не паникуй. Нормально. Тут стоит Вист, Баунти Хантер со стороны Винстрайк и Клокверк. Нагасирен, ты можешь, кстати, зайти. О, а, да, ну смотри, все как бы то же самое, ты не думаешь, что... Я понял, давай зайду. Для удобства лучше вот так вот, конечно, делать, так посматривать. Переносной у нас здесь этот интерактивный экран. Что за технологии 2018 года? Да, вот так. Это рухаб есть. Ты думал, куда ты пришел? И, собственно, мы видим. Они Чена оставили Винстрайк. Что? Это ошибка. Это, кстати, первая игра, где оставили Чена. Это 1-1 сразу. Это первая если игра. Если они сейчас не украдут его, конечно. Ну вот, да. Я не знаю, опять же, в таких ситуациях я частенько говорю, что это тот самый знаменитый левелинг в гранд-финале. Никто не ожидает то, что оставится Чен, но вот тут он остается, и начинается передумывание. А ты спала до 12, а с 12 смотрела телек до 6. Не смотрела. А что ты делала? Чем ты занималась? Сейчас зарядку делала. Хорошо, 5 часов. Еще 4 часа чем ты занималась? Убирала. Что убирала? Пылесос вот в комнате стоит. Я местам рассказала. Хорошо, полчаса. 3.5 часа что ты делала? Ну так, блядь. Ну ебать, блядь. Хорошо, что ты, блядь, эти вагоны разгружаешь. Не вагоны, ебать. Работаю как могу. Интернет-пространство. Я блогер. Фу, бери эту тряпку. Ну беру. Да чем? Ну чем? Я извинился уже, все, не баба, буду говорить да. Ты должен подстраиваться, иначе у тебя ничего не выйдет. То есть, во время игры должен учиться. Ну, да. Собственно, ничего не выходит. Ничего. Да сейчас Серега еще разъебет. Да, безусловно. Кстати, выходят на Рошана. Это... Ладно, гейм, все. Так... И как теперь начать поиск? Поиск, а теперь как побираешь? А? Сейчас еще баг дадут, охуеешь. Внимание, вопрос, ебать. Как получить кнопку? А это в Винстрайк все равно держались хорошо до Rush Pit Fight'а. Так что, мне кажется, все будет хорошо у них еще. Они эту вроде могли игру выиграть, они просто, ну, где-то... Извиняюсь, что перебил. Не, конечно. Тут такой момент просто еще, извиняюсь, что перебил в ответ. Господи, как же манерно у вас тут, слишком манерно. Извините, ребят, что вставил свое слово. Но вот вообще-то нет, как бы тебя... Ладно, такой момент, что на второй пик... Я по цирклю стану. Давай. Кидают нам... Перед нами прям уже чем. Но. Вижу. Убил. Угу. Еще один. Еще одного убил. Последний остался. 90 он, 90. Вижу. Сдохни, блядь! Ног так добиваю, чтобы ни инфу не давали. Угу. Да, я понял. Oh,
17, хуля. 8. 7, блядь.